Привет, друзья! Салют, алоха, криптовалютчики! Продолжаем разговор про Этерниум и их дорожную карту. Я вам сегодня хочу рассказать. Да-да, Этерниум – это инвестиции в науку, платформа на блокчейне, которая будет позволять поддерживать целую экосистему научных стартапов. Так, сама идея родилась в ноябре 2016 года, уже давно, почти два года назад. В 2016 же началось формирование команды, анализ рынка, консультировались они, постоянно искали поддержку проекта. С 2017 года началась разработка плана, детального плана, поиск партнеров, подготовка с юридической точки зрения и многое-многое другое. Была создана еще в марте 2017 года финансовая и функциональная модель всей экосистемы. А в 2017 же году, в апреле и по весне, было принято решение привлечения финансирования через ICO. Соответственно, весь апрель, весь май был посвящен структурированию компании краудфандинг. Дальше, в июне 2017 года началось создание компании программы Aeternum и соглашение с реактором коммерциализации. Ноябрь 2017 года ознаменовался тем, что программа наконец-то была завершена и было заключено соглашение с China LLC, соответственно, соглашение о сотрудничестве. В декабре 2017 года был реализован приватный раунд ICO, где и было реализовано токенов ALF аж на 500 биткоинов, на 499 с копейками, о чем я вам рассказывал. Соглашение с латвийским портовым городом Вентспилс было заключено в начале 2018 года о выделении специальной зоны для развития стартапов. Дальше, в первом квартале этого года была запущена Aeternum Fund Platform, была запущена Aeternum Finance App и BitLabs Coin. Что же во втором квартале? Началось инвестирование в очень крутые, глубокие научные стартапы BitLabs. Контора была уже готова сотрудничать только с пользователями Aeternum. В третьем квартале альфа-версия Aeternum Finance App в полной готовности оказалась. Появилась возможность контролировать крипто и фиатные средства уже на глобальном уровне по всему миру. Четвертый квартал будет готова криптофинансовая карта. Также проект станет полностью и абсолютно независимым от каких-либо банков. Никто не сможет контролировать ваши средства, ваши инвестиции. В 2019 году в первом квартале уже начнется разработка первого умного города Smart City. Также будет разработана концепция базового дохода между всеми членами сообщества Aeternum. Ну и держатели Aeternum уже смогут к концу следующего года пользоваться всеми преимуществами, товарами и услугами умного города. Вот так вот. Ну, обо всех новостях компании Aeternum, вот эти ребята, вы можете посмотреть на сайте, Игорь Золотниковс, очень серьезный человек, член Совета фонда наук Литвы, Валентин Еремеев, председатель правления фонда наук и многие другие. Все эти люди будут, естественно, обновлять информацию. Я вам рекомендую почитать на LinkedIn, кто это такие. Они будут обновлять информацию о дальнейшем развитии данного продукта и стартапа. У них уже есть крупные партнеры: Commercialization Reactor, Latvian Fund of Science, Port of Ventspils, Global IT Development Core, End IT, литовская контора также, WIT, Vocates, Latvian Blockchain, CoinBee, а также Technology Innovation Center Rota. Я вам рекомендую, друзья, подписываться на Twitter, Facebook и Telegram данной компании, следить за их новостями. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.